Всем привет, ребята! Привет, Беззубик! А чего ты такой расстроенный? Я хочу шоколадный, а они все какие-то разноцветные, пластиковые. А так хочется шоколадного. У меня прям нет настроения. Хочется пойти и поспать. Ну хорошо, Беззубик, не расстраивайся. Мы что-нибудь придумаем. Иди поспи, а я что-нибудь подумаю. Хорошо. Так, ребята, ну не можем же мы расстроить Беззубика. Такой он у нас веселый обычно, а сегодня какой-то расстроенный. Давайте же что-нибудь придумаем. У нас есть вот такой вот шарик зеленый серии LOL. Мы сейчас вместе с вами сделаем его шоколадным. А еще я хочу, чтобы были куколки тоже шоколадные. Почему? Есть Киндер Дед Мороз шоколадный и фигурки шоколадные. А почему нет LOL шоколадного? Хорошо, Беззубик, не нервничай. Я тебе сейчас поглажу. Спасибо. Хорошо. Ладно, все, иди отдохни, поспи, смотри мультики, а мы что-нибудь придумаем. Хорошо. Так, ребята, мы не будем расстраивать Беззубика, исполним его мечту новогоднюю. Нам понадобится вот такая вот шоколадная паста. Так она вкусно пахнет. Она еще ореховая. И ложка. И будем сейчас делать Беззубику шоколадный шар. Берем ложку и делаем ему шоколадный шар. Посмотрите, как забавненько получается. Хи-хи, очень забавненько. Но только, ребята, это шоколад. Не надо писать там комментарии всякие смешные. Хотя можете, но не прям совсем трэшевые. Смотрите, какой получается шоколадный лол. Таких еще ни разу никто не делал. А мы с вами сделаем вот такой забавный шоколадный лол. Но как мы помним, еще Беззубик хотел шоколадную куколку лол. Так что придется делать и шоколадную куклу. Потому что Беззубика лучше не расстраивать. Вау-вау-вау, это что такое? Представляете, какие у меня сейчас будут руки? Но зато это очень забавно. Иметь такой шоколадный шарик и порадовать нашего любимого дракончика Беззубика. Как его не порадовать? Это же мой питомец. У кого есть какие питомцы, напишите в комментариях. У кого есть кошечки, собачки, как зовут их, напишите. Всем будет интересно почитать. Ха-ха-ха, смотрите, ребята, какой у нас получился шоколадный лол. Он весь из шоколада. Сейчас еще вот здесь подмажем, и будет настоящий шоколадный лол. Посмотрите, настоящий шоколадный лол. Кто-нибудь видел такой шоколадный лол? А у нас он есть. Все руки перепачкались у меня. Смотрите, что можно сделать. Хаба! Вот такие отпечатки забавные, можно еще оставлять. Итак, ну раз Беззубик хотел шоколадный лол, у нас сейчас будет распаковка его. И давайте пробовать его открывать. И в конце покажем Беззубику. А он потом еще посмотрит видео и посмотрит, какой же у нас получился шоколадный лол. Итак, первый слой снимаем нашего шоколадного лола. Он выглядит вот так. Так, снимаем второй слой. Где-то там есть насечка. Ребята, видео это у нас развлекательное, так что не бомбите особо. Так, второй слой. Никаких подсказок также нету. Ах, что, как открыть-то нам его? Вот так вот. И смотрим, что же будет в коробке. И у нас здесь вот такая очаровательная куколка. Также есть держатель, вкладыш коллекционера. Давайте его посмотрим. Так, что тут у нас есть-то? Вот такая коллекция, куколки, а еще, ой, ребята, что-то я все перепачкал, ну ладно, у меня еще такие есть. Так, и давайте посмотрим подсказки. Так, подсказки, стикеры и вот такая подсказка. Скажите, если знаете, как она называется. Так, открываем дальше. Вот такая вот у нас куколка LOL. Кстати, она очень милая. Сейчас посмотрим аксессуары.
Вот такая вот бутылочка, чтобы поить куколку. Расческа вот такая. Кто-то писал, что она для пони. Напишите, если она для пони. Вот такая вот бутылочка оранжевая с крышкой. И сама наша куколка Лол. Вот такая у нее прическа желтая и глазки. У нее, кстати, меняется цвет платья, цвет глазок. И вот такие у нее сапожки розовые. Но Беззубик хотел шоколадный сюрприз. Так что нам ничего не хочет, не остается делать, как говорится, как сделать ему шоколадную куколку Лол. Так что не переживайте, это все потом легко отмывается. И будет Лол обычная. Кукла, кстати, очень неплохого качества. Мне нравится. Но она вся из шоколада. Сейчас мы в конце ее покажем Беззубику. И он, думаю, порадуется, что мы нашли ему шоколадную куколку Лол. Давайте прикрепим ей бутылочку ее. И возьмем еще пасты. И сделаем ее шоколадной. Вот такая вот получилась у нас шоколадная куколка Лол. Ну, не знаю, ребята, на любителя, но давайте покажем ее Беззубику. Зубик, иди сюда. Иду. Это что? Ну ты же хотел шоколадную куклу Лол. Ну не такую же я хотел. Ну вообще получилось забавно. Ребята, давайте скорее отмоем, а то я ее боюсь, посмотрите на нее, хотя так хочется ее скушать. Мама. Ребят, мы использовали вот такую шоколадную пасту. Это шоколад. Сейчас мы искупаем нашу куколку Лол, чтобы она была чистая. Если вы заметили, у нее, когда мы вот ее купаемся в теплой водичке, поменялся цвет платья, он стал светлым. Также стали светло-голубые глазки. И она очень классно плюется. Сейчас вам покажу. Очень здорово плюется и пьет водичку. Сапожки, кстати, тоже очень посветлели. Вот, смотрите, какие они стали светлые. Сейчас мы включим холодную воду и посмотрим, как она поменяет глазки. Смотрите. Мы видим, что у нее меняется цвет глаз, цвет сапожек. И платье стало темнее. Что, ребята, вот такая вот получилась у нас трешевая куколка шоколадный Лол. Беззубик, ты доволен? Да! Только надо отмыть еще шарик и все остальное. Конечно, сейчас отмоем. Попрощаемся с ребятами и отмоем. Куколку мы отмыли, самое важное. И она у нас теперь чистенькая. Но зато вы теперь видели, ребята, как выглядит шоколадный Лол. Видео было развлекательного характера. Мы с Беззубиком очень любим куколок Лол. Так что не пишите, что вы не любите Лол. У нас много обзоров про Лол. Да-да. Если вам понравилась эта куколка, напишите также в комментариях. Если вам понравилось видео, тоже, если вы веселый человек, вы его поймете. А мы увидимся в следующем обзоре на моем канале. Всем пока! Пока, друзья! Goodbye, my friends!